Нет, на съемочной площадке абсолютно была такая дружеская обстановка. Если бы не было камеры и помещения у нас фильма, да, я бы даже не сказала, что это кино. Было очень приятно общаться со всеми. Режиссер, она просто ничего не требовала от меня. Наоборот, я говорю, молодец, Лена, вот ставим так. И как-то все, то есть все восхищались тем, что мы делаем. Да? Ну, я же, конечно, не беру себя, как исполнителя какой-то роли. Вот. Но у ребят я видела очень много актеров известных. И рад, что это все получилось. Режиссер театра, у него есть дочь, которая занимается синхронным плаванием. Мы с огромным удовольствием сняли несколько сцен в бассейне, труд, снимали синхронисты. Это мое счастье, моя любовь, потому что, знаешь, я комментировала синхронное плавание. И я просто проминала эстетику синхронного плавания. И вообще про всех тех людей, которые занимались синхронным плаванием тогда, это все те же люди и сейчас. Вот, ты понимаешь, что это не значит, и труд, и наша сборная. Конечно же, пустили, делали, что хотели, стелили рельсы, ставили свои огромные фонари. Вот, и это было, для меня это была прям вот огромная радость. Я без этого уже я думаю, что другие нас будут снимать, обязательно что-то такое обязательно. Новое имя новых людей. Совсем новых, вы их не знаете, вы должны запомнить. Я вам говорю, что это будет не зря. Сегодня у нас абсолютная премьера совершенно новой картины, первой картины молодого режиссера. Это очень важный для этой группы день, потому что молодой режиссер когда-то на свои деньги, на коленке, начал снимать эту картину. На коленке, ну почти в буквальном смысле, наснял сколько-то минут и пришел к молодым продюсерам и показал, чего наснял. И эти люди, смелые, гордые, как орлы, собственные, кровные, честно заработанные деньги, не полученные в наследство или от государства, а свои, горячо любимые, вложили в эту картину. И вот она сегодня есть. Мало того, я ее посмотрела совсем недавно. Я ее посмотрела, и эти ребята, значит, вот так вот, зажавшись, а сколько денег вы видите на экране? Я опытный кинематографист. Я деньги на экране считываю в лед сразу. И можно мне рассказывать, что там 300 миллионов бюджет. Я вижу, что на экране 3000 и до свидос. Секундочку. Так вот, я назвала им цифру денег, которые я увидела на экране. Они прыгали, как маленькие дети. Мне гордость того, что вас сегодня столько в 16 часов. Всегда приглашаем к микрофону первым того, кто первый начал, кто первый встал, того и тапки. И поэтому в красивом красном платье режиссер Оксана Карас. Мои дорогие. Без продюсера никуда. Мои дорогие, мои любимые зрители, спасибо вам огромное, что вы пришли, не уехали на дачу, не остались дома у телевизора, что вы пришли в это намоленное место, в Дом кино, на Московский международный кинофестиваль, посмотреть нашу картину. Я не буду говорить вам, о чем фильм, вы сейчас сами все увидите. Я только хочу сказать, что мне кажется, что у нас получилось очень современное и очень честное кино. Татьяна Комиссарова, звукорежиссера. Да, не муж и жена. За ними стоит Дмитрий Орлов. Он не их ребенок, но иногда они хотели его усыновить. Это наш человек, который отвечал за визию. Екатерина Чернышова, гример. Человек, который помогал нам в любых ситуациях выглядеть красиво. Артемий Гринченко, мой замечательный любимый артист. Екатерина Милкова. Самая драйвовая Елена Алексеевна Коренева.
черных очках. Нет, это Артем Чернов, мой оператор. Надежда Нелета, которая тоже сыграла одну из ролей. Друзья, давайте смотреть кино. И я команда. Ирина Васильевна, несравненно, человек, который заставляет нас держать планку. Она сдала такие высокие стандарты, мы теперь просто боимся ей не соответствовать. Удивительный человек. Сегодня вот герои, я тут вообще ни при чем, это они сделали, а мы просто показываем, извините, я экран. Я просто вот что хотела сказать, вот правда, никто не планировал никакого дня рождения сегодня, мы ничего не знали, мы это сделали, вот Господь посылает какие-то сигналы, вот сегодня, оказывается, еще и день рождения, мы сделали все вместе, этой чудесной девочке подарок. Я хочу сказать, что вот я очень хотела, чтобы Василий Соловьев сказал, вы себе не представляете, как он сражался за каждый миллиметр этой территории со мной. Со мной вообще бороться невозможно. Я бульдог, у меня железная хватка. Но этого человека мне не переплюнуть, когда он подрастет, мне хана. Я поздравляю еще раз всю эту замечательную группу. Я хочу, чтобы вы полюбили этот фильм и этих людей. Давайте. Ирина Васильевна, спасибо, не ожидал. Друзья, ну, мы, на самом деле мы должны уже давным-давно начать, я просто хочу сказать, что это невероятное ощущение, что вы все пришли. Вот поднимите руку, кто не пришел. Я желаю этому фильму удачи всячески, я хочу, чтобы вы его полюбили, я очень на это рассчитываю. Они тоже на это рассчитывают. Одним словом, мы вас просим, будьте добрыми сегодня. Ура!